ты не можешь сказать, а мне, пожалуйста, не вот этого старого деда, а можно мне уход за вот той молодой красавицей? У нас он 12-й, хотя аркан 8-й, но 8-й зодиакальный дом сюда никак. Вспомните нашу восьмерку жезлов, да, где-то эти летящие жезлы в классике. Либо в этой карте это Самсон, который раздвигал колонны, кайрос, неслучайные случайности. Это активные какие-то действия, когда появляется возможность резко поменять ситуацию. Схватить, помните, кайроса за его волосы, растущие на лбу. И в этот момент ты можешь у него требовать чего угодно. Ну разве есть нечто подобное в такой карте? Отнюдь. Нет, это не про это. Это больше про Сатурн, взаимодействие Сатурна и Луны в разных аспектах. Можно было бы еще на это сослаться. Но в большей мере мне здесь видится 12-й зодиакальный дом. 12-й дом представляет непосредственное участие человека в эволюционном развитии Вселенной, что на определенном уровне может быть охарактеризовано как безличное служение Богу, высшим силам, абсолюту, абстрактному идеалу, человечеству в целом. Тут уже каждый для себя выбирает свой определенный путь, что ему ближе. Ибо путей таких несколько, он не один. В зависимости от способа мышления и осмысления мира человеком. Отречение от личных интересов и определение и определенные жертвы отречение от личных интересов и определенные жертвы вначале не являются обязательными по 12-му дому. Абсолют как бы просит человека об услуге. При этом прямая необходимость отсутствует. Но при систематическом отказе в какой-то момент, иногда, кстати, и в следующих воплощениях, 12-й дом включается императивно. То есть насильственно, то есть не превентивно, ну специально уже, да? Превентивно немножко другое. И тогда человека ждет тяжелая, длительная, неизлечимая болезнь, больничная койка, тюремное заключение, полное одиночество, тяжелая, бессмысленная работа или другие принудительные жертвы. Стоит ли говорить, что это о нашей карте? И об одной, и о второй. Это на первый взгляд выглядит все вполне ситуативно. И как будто бы, ну так вот просто сложились обстоятельства. Ну да, как будто бы так они просто сложились. Вот просто они заплыли на остров Звонкий и просто так на 8 дней оказались в заточении. Нет. У этого была какая-то определенная задача. Этим людям нужно было пройти этот урок. Им нужно было в первую очередь понять, как данные ограничения влияют на них внутри и, по возможности, освободиться от них. Что значит освободиться? Не считать их ограничениями. А чем? А возможностями. Не считать, что тебя наказывают. Считать, что тебе показывают, над чем тебе нужно поработать. Если ты ограничен по этой карте, по Сатурну, если тебя стянули и связали, то, наверное, для чего-то. Если ты вообще не можешь дернуться, вот вообще никак, то ты можешь погрузиться вовнутрь себя и там поискать ответы. Возможно, именно для этого ты обездвижен. Возможно, именно по этой причине сейчас что-то такое произошло с тобой. Хочешь от рождения, хочешь именно просто потому, что так случилось, как бы случайно ты попал в больницу, для того, чтобы ты прошел какой-то важный урок. Не наказать тебя задача, нет. Чтобы ты стал лучше. Кармический смысл 12-го дома заключается в том, что человека учат работать с завязанными глазами, плохими инструментами, попутно воспитывая в нем бескорыстие, внутреннее спокойствие,
умение понижать свой внутренний ритм и слушать в одиночестве тихий голос Абсолюта. Ограничения созданы, но никто не отбирает у тебя необходимость и обязанность что-то делать. Тебе дали инструменты. Работай. Они плохие, они тупые. Если хочешь, тебе дали кусок какой-то деревяшки, пенек, дали топор и сказали, что ты должен вырезать там шкатулку и украсить ее искусной резьбой. При этом у тебя завязаны глаза. Вот так вот работай. Вот это и есть те самые ограничения, которые даже могут включиться императивно, специально, насильственно. При этом ты должен вырабатывать в себе по Сатурну и смирение, и усердие, и спокойствие, и там где-то внутри у себя искать тихий голос Абсолюта, искать, что там тебе твоя совесть будет говорить, вырабатывать смирение. Когда человек всему этому научится, ему снимут повязку, дадут совершенные инструменты, нормальную заготовку, и он сделает. И он будет работать и создаст нечто прекрасное, какой-то шедевр. Но этого было бы невозможно совершенно, если дать ему сразу нормальные инструменты и попросить его сделать. Не сделает, сломает, все зарукожопит. 100%. Почему? Потому что не было пройденных уроков, ни опыта, ни знаний, ни выработанных необходимых качеств, усидчивость, терпение, осознание того, что ты здесь для того, чтобы помогать другим людям, а не делать все для себя любимого. 12-й дом воспитывает человека в связи со всем остальным миром, вырабатывая в нем милосердие, сострадание, в том числе по отношению к врагам, умение бескорыстно прощать и верить людям, не имея на то оснований. 12-й дом – это не дом личности твоей, как первый, хотя это не противоположные дома. 12-й дом подразумевает на высшем уровне взаимосвязь со всем миром и служение на благо всем остальным людям. Безличное служение. Мы к нему перейдем, но уже можно сказать по поводу безличного служения. Но давайте сперва поговорим с вами о 4 уровнях, о 4 ступенечках прокачки 12-го дома, начиная с первого, где человек совершенно еще не понимает, не осознает всего того, что вокруг него происходит, что он считает все враждебным. Ну, давайте по порядку. На первом уровне проработки 12-го дома человек, сколько может, старается его игнорировать. Не надо, пожалуйста. Идея безличного служения ему чужда. Заточение, одиночество в любых видах этот человек избегает. А жертвы понимает только в отношении себя. Помните, как зеркало? Лежу в тебе, как зеркало. Кто здесь жертва? Я жертва. Это я, бедный, несчастный такой. Нет. Ты просто смотришь на кого-то, а там отражаешься ты сам. Но на первом уровне человек пока еще этого не понимает. Если 12-й дом включается императивно у такого человека, который на первом уровне, то что случается? Человек попадает на больничную койку или вынужден ухаживать, может быть, за тяжело больным родственником, то он старается создать себе иллюзорную реальность. Одевается повязка, что-то ты делаешь, но ты не в этом мире. Ты выполняешь эту страшную, ужасную и неблагодарную работу, на которую ты вынужден ходить или выполнять, потому что судьба тебя жестоко наказала, и какие же эти люди бесчеловечные, о боже мой. И ты весь ушел в мир свой, внутренний, там за повязкой светит солнце.
там пальмы, баунти. Райское наслаждение. Но не здесь. От тяжелой и бессмысленной для себя работы он откажется. А если обстоятельства все же заставят ее выполнять, остро ощутит полную бессмысленность не только этой работы, но и вообще своего существования в этом мире. Бедный я несчастный человек. За что мне все это? Наверное, есть за что. Опять, даже я сейчас говорю неправильно. Не есть за что, а для того, чтобы. Не за что, а для чего это происходит. Для чего? Да, если копнуть глубже, то можно сказать и есть за что. Но главная причина не наказать, а главная причина сделать, чтобы ты сделал наконец-то то, что ты давно должен был сделать. Не наказание главная причина. Главная причина добиться от тебя роста. Добиться того, чтобы ты стал лучшим человеком, коими ты должен был стать, если хотите, несколько воплощений назад. Смирение для такого человека на первом уровне тождественно слабости, а понятие силы духа, что это такое, и высшей воли он считает спекулятивным и демагогическим. Типа, ну да-да-да-да, вот это ты мне сейчас рассказываешь все про силу духа, волю какую-то. Это для чего все? Для того, чтобы влиять на меня. Ты втираешься мне в доверие. Вот эти вот жесты свои, голос ты как-то повышаешь, интонации пытаешься включить. Для чего все это? Ты вкратчиво хочешь вдолбить мне вот сюда, что я какой-то не такой? Нет, это ты какой-то не такой. Я нормальный. Мне и так хорошо, не надо мне вашего 12-го императивно включенного дома. Увольте. Но на втором уже уровне человек начинает мыслить совершенно по-другому. Человек по-прежнему не понимает, что такое безличное служение, но теперь ситуация, когда он вынужден потратить какое-то количество времени и сил на явно бессмысленную деятельность, не вызывает у него сильного протеста. То есть, что такое безличностное служение, он еще не осознает и не понимает. Негативно, естественно, к этому относится, но если случаются ситуации, когда вынужден просто так, по непонятным причинам, никакой выгоды для себя он не поимеет, но придется тратить свое время и силы, не считает это уж таким и бессмысленным. В том плане, что не вызывают у него сильного протеста. То есть он способен на такие действия. К длительным периодам по-прежнему относится негативно. А вот к коротким – это да, это пожалуйста. Он такое время может потратить с пользой, попытаясь осознать и чем-нибудь переосмыслить, о чем-то подумать. Понизить свой внутренний ритм, отдохнуть. К милосердию, особенно к врагам, не склонен. И вообще к этому понятию относится скептически. Что значит милосердие? Какое такое милосердие? Нет, это не про меня, это не для меня. Этот человек понимает, что в некоторых жизненных ситуациях необходимо самоотречение, то есть отказ от собственного эго, отказ от того, что нужно лично тебе, это и есть самоотречение. Иногда кто-то должен принести жертву себя другим, но сам он не очень бы хотел попадаться оказаться в подобной ситуации и всячески ее будет избегать и отказываться от такого. Способных на самоотверженное поведение и поступки он уважает и восхищается их силой духа. Это главное отличие между первым и вторым уровнем. То есть понимание того, что может быть отказ от личного своего какого-то эго на благо того, чтобы служить другим людям. Это да, сам я
не, не хочу, не буду, но уважает таких людей, уже не считая спекулятивным, понимает, что это люди с какой-то другой планеты, что ли. На третьем уровне проработки 12-го дома безличное служение имеет в жизни человека большое значение. Безличное служение – это состояние человека, когда он делает то, что должно быть сделано, при этом так, чтобы отпечаток его авторства был там незаметен. Потому безличное и служение, то есть ты что-то делаешь, но без того, чтобы явно заявить о том, что это делаю я. Смотрите, да, я вот беру что-то и делаю. Нет. Как я уже неоднократно приводил этот библейский стих, когда твоя правая рука делает добро, пусть твоя левая об этом не знает. Когда ты делаешь добро, когда ты даешь милостыню, какое-то подаяние, не стоит кричать об этом на главных улицах и площадях. Смотрите, я делаю и даю. Это не работает. Это не безлично, точнее, не работает, но это не безличное служение будет. Мало того, это не просто что-нибудь на тебе, Боже, шимонины гоже. Нет, это то, что нужно сделать в данной конкретной ситуации, в данном конкретном событии. Как мы говорили, когда императивно включается, уходь за больным человеком. Ты не можешь променять это на что-то другое. Ты не можешь сказать, а мне, пожалуйста, не вот этого старого деда, а можно мне уход за вот той молодой красавицей. Она, конечно же, тоже больная. Я за ней тоже поухаживаю. Это же приятнее. Нет. Надо делать то, что надо делать в этой ситуации. В такие моменты он чувствует свою необходимость не конкретным людям или коллективам, а чему-то несравненно большему, более высокому. Но вот точно еще понять и выразить эти ощущения человек не может. Ощущение есть такое, где-то там оно несформированное, неосознанное, что это ты не за этим дедом горшок выносишь, ты что-то большее этим делаешь. Пока еще не совсем понятно что. Но ощущение такое уже явно присутствует у такого человека. Возможно, большие мистические откровения приходят на этом уровне не очень часто. Но как только человек оказывается в заточении, в ограничении, в заточении, 8 дней на острове в заточении, вынужденно, у него возникает ощущение тонкой связи со всем миром. И вот в такой момент у человека явно не будет вопросов, за что мне все это. Он это воспринимает как благо. Ибо у него без таких стесненных обстоятельств такой связи с тонким миром не было бы. Не было бы Энди Дюфрейна, того, который вышел из тюрьмы, если бы он там не оказался. Он был бы совершенно обычным банковским работником. История умалчивает, и она не говорит о том, кем он стал после того, когда сбежал из тюрьмы. Но то, что он стал совершенно другим человеком, на более высоком уровне, это неизбежно, это неизменно, это непреклонно. Это факт, который явен и очевиден после того, когда вы знакомитесь с этим героем. Я думаю, еще пройдет какое-то время, и вы этот фильм уже, по моим рассказам, сможете потом как пазлики собрать весь целиком. Переосмысливаются жизненные страдания, которые человек перестает отрицать, воспринимая как важную разновидность эволюционной работы. Это то, что случилось с Энди Дюфрейном. Это то, что происходит с теми людьми, которые воспринимают ограничения, воспринимают страдания как важную эволюционную работу над собой. Этот человек, что значит эволюционную? Это значит, что завтра ты не будешь таким, как сегодня, а послезавтра ты будешь лучше, чем завтра. Это и есть эволюционная работа. Прогресс, развитие, улучшение, которое невозможно было бы без этих ограничений. Этот человек знает,
что наделен очень большими скрытыми возможностями, и когда возникает необходимость научиться работать плохими инструментами, он чувствует, что это лишь подготовительный этап работы. Снова-таки, на третьем уровне есть явное ощущение. Там он чувствует, что это не просто так выполняемая работа. Здесь он чувствует, что работа тупыми инструментами – это не финал, это не экзамен. Это тяжело в учении, а легко в бою. Это то, что ты сейчас освоишь, а потом ты просто раскроешься. Потом тебе дадут нормальные инструменты, снимут повязку с глаз, и ты тогда осознаешь и поймешь, для чего все это было нужно. Я уверен, что в какой-то момент Энтони Дюфрейн понял, для чего он 15 из 50 лет просидел в этой тюрьме. Печально говорить о том, что человеку понадобился такой сложный путь, такие ограничения, порой угрозы для его жизни, чтобы он это осознал, чтобы он понял, что это был промежуточный этап, и теперь ему дадут новые инструменты, и он выйдет на новый уровень и будет ими работать, совершая уже совершенно нечто потрясающее и новое, чего до этого он бы ни в коем случае не мог сделать. На четвертом уровне проработки 12-го дома человек видит или угадывает безличную волю Абсолюта во многом происходящем вокруг него. В отличие от третьего уровня, он не догадывается. Он видит, угадывает волю Абсолюта в этих ограничениях, которые происходят. Попадая в какое-то ограничение, человек понимает, не только за что, но и для чего. Он видит, если вы хотите, потенциально, кем он может стать, преодолев эти ограничения, когда они закончатся. Кем он будет? Это четвертый уровень. Это уровень пророка, это уровень гуру, уровень мастера. Он хорошо видит карму и рассматривает непосредственное служение Абсолюту как естественную и наиболее творческую часть своей и чужой жизни. Он видит жертвы и жертвования не только там, где они заметны окружающим, но и во многих других моментах жизни и понимает, как и когда их следует приносить, а главное, какую роль они играют в судьбе людей. Человек начинает видеть причинно-следственные связи. Он понимает, я сейчас делаю вот это, в будущем приведет к этому. В жизни этого человека я сделаю вот это в виде совета, в виде помощи, подсказки. Это приведет к этому. Я на него повлияю вот так, а это рикошетом отразится в будущем на него вот так, а на меня вот так. Он как стратег, как шахматист, как математик смотрит на 7 ходов вперед и понимает, к чему это приведет. Вот такой человек на четвертом уровне. Любой кармический узел, а кармический узел, как правило, он завязывается в результате взаимодействия нескольких, двух и более людей. Так вот, любой кармический узел развязывается в результате жертвы. Но она бывает возможна не при любых условиях. И к ее применению нужно долго готовиться. Человек на четвертом уровне видит эту возможность, понимает, когда это может произойти, и может к этому идти и готовиться. Невозможно вот сейчас взять это и сделать. Ты к этому должен прийти. Но он к этому идет. И он придет. Он решит эти задачи. Он снимет повязку с глаз, он распутает все эти ограничения и по одному мячу повытаскивает, совершенно освободив пространство не только для себя лично, в первую очередь, а в первую очередь для людей, окружающих его. Для этого человека характерно отсутствие внешнего напряжения в ситуациях 12-го дома. Его одиночество, самопожертвование никого не тяготит, хотя часто может служить примером. Под 12-м домом он воспитывает в себе смирение перед волей Абсолюта и духовную выдержку,
и формирует высшую волю, которая затем материализуется под другими домами. Все эти ограничения, которые у него случаются под 12-м домом, призваны сделать его лучшей личностью, они призваны выковать его, как между молотами наковальней, в острый клинок, который с легкостью будет разрезать кармические узлы, решать какие-то сложные задачи в разных домах, в первом, в пятом, в седьмом, в одиннадцатом. Там ему будет это помогать, это аскетичность, это способность к самоограничениям, к безличному служению. Это все будет помогать. И он на четвертом уровне это не только понимает, видит и пользуется этим. До этого уровня характерна работа непосредственно в эгрегоре. И слабый отпечаток, такая себе тень шестого дома, потому что шестой у нас противоположный двенадцатому, индивидуальности человека остается именно там. Помните шестой дом? Девиз шестого дома звучит так. Что я должен сделать в данной ситуации? Самый главный инструмент человека – это его тело, с помощью которого и производится любая работа. Это у нас было по шестому дому. По двенадцатому дому, и в шестом доме, кстати, человек мог оставлять авторский отпечаток на том, что он делал. А вот по двенадцатому дому слабая, даже не отпечаток, слабая тень. Авторство может отражаться не столько конкретно на работе человека, сколько в эгрегоре, в котором он работает. То есть, если человек, предположим, коль мы разбираем сами карты Таро, хотите вот в эгрегоре Таро, здесь много граней. Это может быть и психология, это может быть и карты Таро, это может быть астрология, ряд других дисциплин, псевдонаук, ответвлений. И в них человек может оставить какой-то такой легкий отпечаток и след, который неявно узнается. Может быть, в виде какого-то соавторства, может быть, в виде какого-то упоминания его имени где-то, без конкретной привязки того, чтобы поднять этого человека на пьедестал. Я даже и подытоживать, и комментировать не буду относительно того, что 12-й дом и восьмерка – это об одном и том же. Но сложность в том, что человек в моменте, особенно когда он на первом, на втором уровне прокачки 12-го дома, оказывается в ситуации по восьмерке мечей, он так не считает. Он не понимает, что он в восьмерке. Он жалуется на свою судьбу. Он склонен себя либо жалеть, либо включать режим фатализма. Я ничего не решаю, от меня ничего не зависит. Опускает руки. Будь что будет. Эх. А вот на третьем и четвертом он понимает, что ограничение для него это не ограничение, это вызов и возможность для роста, для развития, для помощи другим. Но через эту помощь происходит рост и развитие. Как это ни странно. Человек становится лучше. Происходит эволюционное развитие. Вот так. Спасибо большое за то, что оставались со мной. Я желаю вам по восьмерке мечей и по девятому, по двенадцатому дому, если мы говорим о восьмерке мечей, то правильно реагировать на ограничения, которые выпадают, смотреть на них не на как ограничения, а как на возможности потенциально, которые открывают перед вами новые двери, преодолев которые ограничения, вы и открываете эти новые двери для новых возможностей. Вы поднимаетесь на новые уровни и новые этапы. В практике пусть такая карта для ваших клиентов выпадает как предупреждение. Не говорит о свершившемся факте, а говорит о том, что не лезь туда лучше, дружище. Там тебя ждет финансовая кабала. Давай поищем другого партнера, который поможет тебе твой бизнес развивать, например. Желаю вам всем удачи. До свидания.